надо что-то делать, там, фэмить, сбивать билды. Нужна новая кружка чая. Не, пока не надо. Пока обойдемся без чая. Скоро надо будет, я думаю, кофе с круассаном оформить. Вот это прям пригодится. Сейчас через 30 минутинок, короче, микроперерыв. Потому что нельзя бесконечно сидеть на стуле. Так. Но такой вот микро-микро. Подведем итоги второго часа как раз на Европе. Кстати, можете проголосовать так ради прикола. Думаете, до какого ММР мы сегодня дойдем? Где я врежусь прям? Пять и три ка неплохо. Quang Muri Tokyo입니다.
Я понял, все. Нет, только не supply был. Ну ладно. Что мы делаем? Мы делаем два колосса еще, наверное. Да, я достаточно спокойно АПМ гоняю. Мне некуда спешить, так сказать. Надел, чувак, эти. Бас, конечно.
Но он пока еще не понял, что вряд ли у него что-то получится. Дабл шпиль, но он прям решил макро играть. Прям макро-макро. Почему кажется, как будто 480? Ну, я, если честно, без понятия почему. То есть оно 1080 и вроде нормальное. Вот я зашел на него, отличное качество. То есть, к сожалению, не могу тебе сказать, почему качество какое-то не такое. Ой, да, нормальный, нормальный чувак. Стат спокойно. Да, не, одинаково они играют, на самом деле. Да, это страта из видоса. О, кстати, соло, очень правильное замечание, что концентрация-то будет падать. О, сколько он натыкал бас? Зерго ТВ тяжело. Понимаешь, на 3600 куча невозможно снайпануть. По одной простой причине. 3600 это что-то типа... Блин, такого... Рейта, где, ну просто невозможно снайпануть. О, можно вот про этот час написать. Появляются первые дурачки, да, то есть вот типа такого. То есть, которые сидят, делают два шпиля, а потом, ну, ставят здание по всей карте. Качество вверх скачнуло, когда альт обнулся, ну, без понятия. То есть, реально, поток 1.80... На ABS не видно никаких нюансов. То есть, ну, если что-то не так, к сожалению. Да, этот парень умеет признавать. К сожалению, блин, наверное, ну, не могу ничего сказать. Так, кстати, вышел мой обзор 7 минут назад. Стоит ли играть в опору Локдаун? Крутая штука, советую вообще посмотреть и даже советую поиграть. Вот. Сейчас я там комментик свой закинул.